Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Лачуги. А где Влачуги? А, все, вижу. Влачуга, которая Лачуга. Я поняла. Не, мне просто, я подбегаю, у меня не прорисовывается машинка. Я такая, а где? Так. А, это да, это. На пиатрик. Я бы проебалась в этой Лачуге. Отвратительно. Мне плохо. Как же я кайчу, какая же я лучшая, блядь. Ой, да. Он сразу понял, кому надо тэпаться. Да. А кто должен в Лачуге остаться? А ты где? А, ой, иди сюда. Мне нравится бутылка на твоей жопе, на пробирку похожа. Жопа? Нихуй... Не, слушай, ко-тактика. Ко-тактика. Тут есть арочка. Смотри. Чтобы тебя под ней ебали. Да. А не тебя? Нет. Мне уже вставать? В эту арочку. Я встаю. Мы с Настей в башках тут стоим. А чё вы там нахуй, блядь, делаете? Типа вам не хочется вверх подняться, блядь? Нет, мы в башку вставим. Долбоёбы? Блин, у тебя опять ничего не работает. Да. Мне кажется, меня сейчас... Знаешь, куда эта ракета сейчас полетит? Я даже знать не хочу. Ой. Да, ты вот думай о людях. Извините. Между прочим, у человека телефон греется из-за этой залупы. Блин, скоро взорвется из-за этого всего. Те люди тоже думали, что что-то горькое. Потом оказалось, что... Еда была со свалки. Ты приятного аппетита еще забыла пожелать. Приятного аппетита. Спасибо, что-то как-то перехотела съесть. Может быть, я только что тебя защитила от пищевого отравления. Блять. Можно у нас матчу будет искаться. Было бы вообще классно. Что с Дэном происходит? А можно ты сходишь нахуй? Сейчас ты туда пойдешь. Нет. Тихо, я вернулась. Не надо никого нахуй посылать, пожалуйста. Не при мне. А можно она пойдет нахуй? Нет. Вот посмотри, что она делает. Что она делает? Слышишь, что она меня посылает? Что она мне аппетит портит, блядь? Я забочусь о твоем желудке вообще-то. И спасаю тебя от пищевого отравления. Знаешь, сколько случаев? Я в следующий раз этот кусок сыра сплещу. Чего? А, вот ты меня совсем не жалеешь, понятно. Нет, я за благородную плесень в твоем организме. Бля, вот и семейные отношения, нахуй. Да нет, она... мне кажется, она за мной. А, все. Возвращаешь на свою шикарную машинку. Не надо что-то. А мне вообще не шикарно, бро. Бро. Она меня записывает, блять. Женщина записывает. Записывает только какой-то долбоёб? Да, ой, блядь, я реально долбаю. Женщина хочет вас записать. В свой список пидорасов. Ты, кстати, там на первом месте, если чё. После тебя? Нет. Блин, ребята... Вот где. Ребят, а нахуй ты не хочешь, блядь, когда тебя пишут, ты долбоёб? А типа, а чё мне спасать, чел одарённый нахуй, блядь? Декодер не спасает вообще-то. Ты не понимаешь, он декодер. Он создан для машинок. Всё, согласна, я заваливаю свой грязный ебальник, не выёбываю.
правильно. Я аниме не призвана, так что простите. Да просто, да, ничего не понимаешь. Их дело стоять у машинок и пукать своим зарядом. Да, согласна, ничего не понимаю, нахуй. Поэтому пора идти на предложение. Да. Ой, сейчас как Paranormal расчехлю. Не надо! О, да. О, нет. О, да. Не надо. Моему организму плохо. Я расчехлю Paranormal. Если ты расчехлишь Paranormal, то ты пойдешь нахуй. Куда пойду? Нахуй. А, база. Она заебала меня записывать, блядь, запиши свою мать, пожалуйста. Свидетельство о смерти. Нет. Мать, Бэд Дедукшн. Молодец, признал. Так и живем. На следующий день? Подойдешь к моей могильной плите, и там причина моей смерти будет. Встреча этого призыва, блядь. Давай разграбим лабораторию совы. Го-го-го-го. А чё? Слышь, я тебе пробирки, блядь, те, которые на столе лежат. Ты потом засуну. Пойдёшься. Ты играй давай, не отвлекайся. Это у меня так всё пукан горит. Смотри, я сейчас в обратном направлении пойду. Настя, пиздани пробиркой, пожалуйста. Не, я не могу так со своей подругой, прости, у нас слишком хорошая ментальная связь. Вот. Ева! Смотри, это тоже переверстый. Ходишь. Пожалуйста. Помогите. Ну-ка. Меня напрягает, что сова перестала играть и смотрит на Дадди как идиот. О, она присоединилась, сидит, вообще подгорает. Я в жопу, блядь, подгорает с вас. Уйдите от моих полбочек, блядь, они не для этого предназначены. Ну, не выращивать же в них цветы, правильно? Да давай продолжим, всё в порядке. Давай, да, давай. Ломать продолжим. О, смотри, голубая. Чё она делает? Блин, ничего не делает. Говорит о твоей ориентации. Сам мне это говорит. Любит... Да, блядь, это... Снова подгораешь. Нет. Когда зашел в ИДН, просто... Да. Я у тебя сразу... Почему ты третий раз голубь? Бог любит троицу, брат. О! Все, теперь я тоже подгораю. Теперь... Ты подгораешь, а я голубой. Я хочу быть долбоёбом. Тебе и не нужно всем менять персонажа, чтобы им быть, понимаешь? Да я давно знаю, что это. Чё белые долбоёбы? Так мы белые все. Почти. Ладно, я буду ещё шоколадный. Нет, шоколадный заяц. Это теперь клубничный. Так, кому дать декод? Чего, блядь? Мной она. Вонючий мышь. А тут... На, собака. А чё? Ой, блядь. Я тебя могу подпилить? Ну-ка. Ну я попитер. Учти. Жоп соси. На тебе. Ой, красивый орех. Лучший. Я пососу. А где? Это ты декод воруешь? Не, это она декод ворует. Где-то туда призон, короче, свой процент отправляет, а она их... Ой, простите, всё, больше не ворую. Уберись со своим зеркалом, уберись, гадина. Когда учится зеркало кончится. Ой, боже, спасибо тебе. Да не за что. Да на здоровье. Да не за что. Фиксирую горение твоей жопы. Ой-о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 й-
А я ухожу. Ебать ты мышь, блядь. А, ой. Я съебываюсь, сорян, ребята.
Бежи, да. Давай, братанчик. Я вот так. Ты что, долбил? На пощечину. Пошлите. На собачку я пошла. Да. Я уже думала, что ус это типа поцелуй. Я такая, ой, как мило, типа, потом kill you yourself, я такая, понял. Меня однажды спросили в постматче, сколько у вас, мистер 34-й фотограф суицидальных мыслей в день? Я ответила очень много. Блять, почему, кроме нас, гениев этого мира, не пришла такая идея, как налог на размножение, блять? Вот, ведь он объективно имеет больше смысла, чем налог на бездетность. Ну, типа, представь, что ты счастливый человек, который не родил ягненка. И представь, что ты тот, кто наплодил кучу ягнят. Которые сосут из тебя зарплату, чтобы задонатить в эту игру, блять. Вот как бы что лучше? Мне кажется, первое. Я буду таким же. Я считаю, что каждый, кто расплодил ягнят, должен охоту утопить. Туда, мою мать. Я так понимаю, у дочеров папа и папа, у ягнят мама и мама. Тут черные собрались. Банда. Типичные комьюнити, да. Блядь, машинка, откройся. Ну а ты будь с ней ласковой, как женщина, может быть, откроется. Перестанет стесняться. Ты знаешь, стрики срабатывают. Да? Да. А я об этом знаю? Видимо, нет. Типа да. Уже да. Я тебе совет дала, вообще работает безотказно. С машинками же, как с женщинами надо. Плеткой только их бить, да, не нужно. На опыте сидит. Да. Больше. Да-да. Вы меня пугаете. Ага, кто ворует? У вас что, посвечивается разве что? Адикот ворует? Да. Да. Воришка. Так что хрен ты у нас что-то воруешь еще. Ну, у тебя бы я своровала. Да, что же. Твою невинность. Ну, я думаю, мне для этого не нужно быть леди Фор. А напишите, что у меня прайм. Ага. А прайм только на машинке? А ты как думаешь? Тихо. Опа. Я думаю, что не только на машинке. Давайте без прайма, не только на машинке, пожалуйста. Прайм. Нет. Это прыгает вокруг. А на чем прыгает? Ребята. Папа, на шифровальной машинке. Да вы хуёво шифруетесь, ребята. Тут уже не только шифровальная машинка, тут уже и я в ахуе. Хватит Настю кашпанить. Пожалуйста. Выйди. Сейчас будет террор-шок на 5 машинках. Тудово. Террор-шок на 5 машинках. Это сильно. Это у нас скорострел, я посмотрю. Ты тебе знаешь? Рики, ты её убила. Мне тоже так кажется. Пошла нахуй! Брат, братан, братишка. Я заморала. Я бы на ее месте в игру 3 дня не заходила. Понимаю. Пошли. Бля. Подожди, я хочу и предложение сделать. Руки и сердце? Ну ты где конченый, подожди. Блять. Она не оценила мув. Реально, блядь, мышь. Никол, не хочешь на кол? Вот ты точно. Подумц, я обшутила. Ура, шутка не про порнуху.
Мы любим Freedom день первый. Все, мы белые. Правильно. Шоколад. Туда. Мы же не какие-то рабы, правильно? Не, ну, если углубляться в данный вопрос, то формально ты являешься рабом. А во что еще ты углубишься? Блять. Сука, я скоро повешусь с вами. Я на кладбище, у меня сломанная машинка, жизнь прекрасна, хочу сдохнуть. О, тут еще и цепь шипастая, вау, мне нравится. Сове больше не наливайте. Сова уже все. Да. Она уже шипастая. Иди нахуй. Шипастая цепь была, я все прекрасно видела, блядь. Не думай. Топовый орех, пленный орех. Ты не понимаешь, ты не знаешь орехи просто. Да. Извините, я не умеешь на орехах играть. Так что молчи. Извините, я не ягненок. Блять, ты главный ягненок, что ты шифруешься? Иди нахуй! Вот вам смешно, мне больно, не за мной. Ой-ой. Ой-ой. Я не сдержалась и стала годкой. А где сова? Что за сова? А сова качается. А сова с нами? Я бы покачалась на кое-чем другом, но, к сожалению, здесь пока в моем распоряжении только качели. Ну, он может на своем кресле смотреть. Какой хороший. Я не знаю, мне плакать не попал. Да нет, спасибо. Я бы вот вместо всех этих кресел, подушек и прочего предпочла бы что-нибудь другое. Давайте мы исполним желание совы. Например, твое лицо. Я выхожу. Пока. Вы тут развлекайтесь, а я на кроватке полежу. Подумаю о жизни. О вечном. Молчи. Да почему? Не хочу я молчать. Посмотри на пистолет, он классный. Помолчи. Вот если убрать, короче, верхнюю его часть, это будет просто копия немецкого Маузера. Помолчи. Нет. Она его еще так держит, будто готова присунуть, блядь, куда-то. Девушка. Это кордой была я, блядь. Спасибо, что ты не мейнишь корду. Ну вот... У ее лимитки фиолетовый пистолет, что надо, я считаю. Да вообще не ты. Да, блядь, охуенный пистолет. Слушай, у меня тоже ствол есть, но он, правда, ну, не такой. Он, знаешь, оно, как у ее другой леги, которая... Ну, не, мне нравится, как у фиолетовой лимитки. Мне тоже нравится, как у фиолетовой лимитки. Я думаю, в тебе бы неплохо смотрелось. Иди в жопу. Блядь. Охуенно. Слушай. Не, лимитка реально классная. Жаль, что она тебе не выпала. Я бы с таким стволом... бы с таким стволом не расставалась. У Ичиё Хигучи. Вот у неё пистолет, копия моего. Да иди ты в жопу. Чё ты провалилась? За что? Провались. Опытом.